С берегов Балтики перенесемся на Смоленщину. На завод «Автозапчасть». Это из Рославля уходят в Москву детали и узлы, чтобы бесперебойно сходили с главного конвейера столичного автогиганта грузовики «ЗИЛ». В канун Нового года отсюда отправили более чем на 400 тысяч рублей сверхплановой продукции. На втором участке цеха холодной высадки предсъездовскую вахту несет комсомольско-молодежная бригада Александра Малкова. Еще в дни празднования 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина бригада завершила 10-ю пятилетку. В проекте ЦК КПСС к 26-му съезду партии определено: бригадные формы организации труда в новой пятилетке должны стать ведущими. Молодые автомобилестроители из Рославля на деле уже познали силу и преимущество бригадного метода, сегодня наиболее перспективного.